Всем привет, с вами Memphis 0087. Как вы видите, я нахожусь не дома, а на улице. Решил сделать такой вот летний обзорчик. У нас уже здесь солнечно. В городе, можно сказать, наступило лето. И решил с вами поделиться обзором на один из моих любимых фильмов последних лет. Думаю, многие из вас могут догадаться, что это за фильм, так как одна из самых ярких сцен этого фильма произошла именно на набережной. Даю вам секунду на размышление. И ответ еще по одной. Отличное кино с Мадсом Миккельсеном. Как раз таки одна из сцен фильма была на набережной, где он танцевал свой отличный танец. Как вы знаете, у него там балетное есть прошлое. Решил поделиться с вами просто этой летней атмосферой и снять обзор на этот отличный фильм. Тем более, что одна из песен фильма надолго поселилась в моем плейлисте. Итак, друзья, смотрите, какая красота. Кто здесь не был у нас в городе Красноярске, рекомендую посетить его, несмотря на грязный воздух. Но природа у нас все-таки здесь отличная. Да и воздух не всегда грязный. Это вот наша набережная. Люди гуляют, наслаждаются отличной погодой. Рыбаки ловят рыбу. Все как надо. Ну что, друзья, давайте покажу вам обзор на фильм. Погнали! Итак, друзья, вот такая вот обложечка у нас яркая. Здесь у нас куча различных призов получил фильм, в том числе «Оскар» за лучший иностранный фильм. И яркая жизненная обложка, да и вообще фильм жизненный. И мне кажется, именно в России он такую какую-то по-другому смотрится, так скажем, близко нам по душе. С обратной стороны информация в фильме, об издании, звуковых дорожках, 18+, слип горизонтальный. Ну, мне нравится, очень симпатично. И в Каннском кинофестивале участвовал. Да и вообще одна из лучших картин, повторюсь, последних лет. Дальше у нас здесь есть такой вот Амарей. И уже с другой обложкой здесь, собственно, друзья собрались и придумали выпивать немного, чтобы посмотреть, что из этого получится. С обратной стороны такая вот картиночка. Один из лучших фильмов года, Movie Nation. Не только я, как говорится, так думаю. Внутренний арт есть вот такой вот. Накаточка на диске. Здесь у нас есть какое-то интервью, так скажем, вырезка из интервью режиссера. И что мне еще нравится, что на съемочной площадке такой вот коллаж. На внутреннем арте. Так. Ну, помимо этого, конечно же, есть немного плюшечек. Давайте посмотрим. Из плюшек здесь такой вот календарик на 22-й год небольшого размера. И такие вот, не знаю, карточки, открытки, можно сказать так. Всего их 5 штучек. Не, 5. Всего 5. Открыток таких 4. С главными героями картины. Во всех смыслах отличное кино, отличный релиз. Кто не приобрел, обязательно приобретите. Добротное издание. Ну что, друзья, всем пока. До новых встреч. Обязательно увидимся. Услышимся. Новые обзоры обязательно будут. Всем пока.